10 сильнейших армий в мире. Кто опаснее всего на планете? Измерить военный потенциал каждой страны, да еще и сравнить их между собой, дело непростое. Но в представленном рейтинге из 10 сильнейших армий мира мы это сделали. Номер 10. Израиль. Жизнь в состоянии войны заставила израильтян создать невероятно сильную армию. Особенностью которой является обязательная служба женщин. 15 миллиардов долларов в год и 240 тысяч солдат помогают маленькой стране выжить, находясь в центре нескольких горячих точек. Номер 9. Германия. По части исторических сражений у Германии соперников нет. Современная армия сформировалась лишь 25 лет назад, после воссоединения Германии. Сегодня их войска насчитывают 200 тысяч солдат, а военный бюджет составляет 45 миллиардов. Номер 8. Япония. После Второй мировой войны Японии было запрещено содержать большую армию, но разумный подход к организации военных и отличное боевое оснащение сделали японцев опасными противниками. Радует лишь то, что армию в 270 тысяч солдат, на которых в год уходят 58 миллиардов, согласно Конституции, нельзя использовать за пределами страны. Номер 7. Южная Корея. Опасаясь вторжения армии Северной Кореи, вооруженные силы Южной Кореи находятся в постоянной готовности к действию. А на нужды военных уходит 33 миллиарда. Самое современное вооружение эта страна получает от сильного союзника – США. Номер 6. Турция. Самой крупной танковой группировкой в Европе может похвастаться Турция. Военные действия в Курдистане и оккупация Северного Кипра вынуждают страну тратить 18 миллиардов в год на вооружение. Номер 5. Великобритания. Наиболее боеспособной в Европе считается британская армия. Службу несут 120 тысяч солдат, однако вскоре их количество сократят до 82 тысяч. Гордость англичан – мощный военно-морской флот, а всего на военную отрасль уходит 53 миллиарда в год. Номер 4. Индия. Напряженные отношения с Пакистаном и Китаем вынуждают Индию держать в боевой готовности свыше 1 миллиона человек. В год тратится 49 миллиардов, хотя половина населения страны живет за чертой бедности. Именно в индийской армии больше всего волонтеров. Номер 3. Китай. Официально на армию в Китае каждый год тратится 126 миллиардов, а по факту в полтора раза больше. 2,25 миллиона человек постоянно находятся на службе, а в случае мобилизации ряды армии могут возрасти до 750 миллионов. Это самый высокий показатель в мире. Количество устаревшей и новой техники примерно равны, а вышедшие из строя образцы быстро обновляются. Номер 2. Россия. Второй по мощности армии в мире обладает Россия, с численностью военнослужащих чуть меньше 300 тысяч и наибольшим количеством танков – 15 тысяч. Но площадь страны столь велика, что на каждого солдата приходится 60 квадратных километров суши. Отличный арсенал оружия достался России после распада СССР. В планах правительства его модернизация. В год на оснащение армии тратится 76 миллиардов долларов. Номер 1. США. Лидером рейтинга стали США. Именно эта страна тратит больше всего денег на армию, около 600 миллиардов. Обладает крупнейшим авиафлотом, больше 13 тысяч единиц, а ее войска насчитывают 535 тысяч солдат. Причем все они служат на добровольной основе. Благодаря хорошему оборудованию и опытным наемникам, США в состоянии проводить боевые операции в другом полушарии Земли.